Так, Роман Борисович, дорогой, Митя, подожди, я сейчас скажу, потому что я знаю Романа Борисовича гораздо Роман Борисович, дольше. Я знаю, что ты дольше знаешь, но тем не менее, я тоже его неплохо знаю. Еще мой папа его знал хорошо. Роман Борисович. Так, подожди, одну секундочку. Роман Борисович, дорогой, мы с вами вот проработали практически 40 с лишним лет. Даже а я знаком говорить. С вами гораздо раньше, это, потому это что не я меня повод, вообще школьником еще приходил повод. Сюда послушай, и смотрел Митя, спектакли умоляю, с вашим пожалуйста. Участием. Да сколько спектаклей я с ним сыграла? Ты с ним столько не сыграл. Я сыграл я два с ним... спектакля, но зато мы партнерствовали с ним. Так, я очень так вот люблю я вас, с ним партнерствовала. Если бы, между прочим, не Митя, Роман Борисович, честно вам скажу, вы потрясающий. Мало того, что вы потрясающий партнер, Митя, ну это так. Я не на сцене потрясающий партнер. Какой вы красивый мужчина. Это что-то, Митя, ну правда. Вы знаете, здоровый, сильный, могучий, замечательный. С вами рядом чувствуешь себя да. маленькой, защищенной. Вы мой творческий идеал. Да, и мой тоже, Роман смыслах. Борисович. В общем, мы с Митей вас очень любим.